Сантьяго-де-Куба. Едем дальше в провинцию Гуантанамо. Всю жизнь думала, что это остров, а на самом деле это вот здесь, на Кубе. И здесь есть кусочек США, обманом удерживаемый. Там военная база и знаменитая тюрьма. В 30-х годах, когда Куба была под протекторатом США, поменяли договор, сделали его бессрочным и внесли пункт, что расторгнуть его можно только по взаимному согласию сторон. Гуантанамо – край агав. Вон они как цветут, как деревья просто-напросто. Ну все, едем дальше в город. Мы в городе мы в городе. И это центральная площадь класса майор, но они ее так не называют. Они ее раньше называли площадь оружия, а сейчас дали свое название, чтобы ничего не напоминало об испанцах. Но об испанцах напоминают вот эти обязательные беседки в центре площади. Вот здесь как сцена оформлена. Вокруг домики, магазины, рынки, люди. Я уже начинаю привыкать к такой картинке. Королевская пальма, что-то цветущее, церковка, кинотеатр и «Привет, 90-е». Здесь есть видеобар. Ну, чувствуете, да? Им еще предстоит узнать и пройти многое. И город Гуантанамо очень сильно украшен граффитими. То есть там даже новые дома, 5-4-этажки, они все с какими-то картиночками разукрашены. В магазинах пусто. Домики красивые. Ну и вот остатки. Ну, я так думаю, начало 20 века. Всякие красивые домики в разном состоянии. Еще одна пешеходная улочка. В принципе, это такой торговый центр. Магазинов очень много, кафе очень много. Вон есть даже клуб. Ну и всякие другие злачные места. Ухо, здесь какой домик-то, а? И песик. И здесь красивый. Таким с лилиями, с горшочками. Но в этом городе тоже жарко. Вот такой пестренький, веселенький город. Вон там еще какая-то церковь виднеется. Вот еще кусочек площади. Здесь у нас сидит кто-то в окружении королевских пальм. Там стоит, сидит. Не подписано кто. Ну, судя по тому, что парк этот называется Хосе Марти, там наверняка у нас стоит Хосе Марти, тот самый, местный Гарибальди. Там какие-то дома с башенкой, но явно в плачевном состоянии. Это школьники. Hello. А это школьники, школьницы средней школы. Ну, здание прям очень какое-то примечательное. Ну и, кстати, не в очень плохом состоянии. Это вторая ступенька. С этой стороны первая ступень. Шум, конечно же, как и в любой школе. Вон детки расходятся по домам. Такие домики, машинки, люди. Издалека вот тот домик красивый. Отсюда его хоть видно. Где еще провести горячий полдень? Все расселись по лавочкам, по тенистым, причем, заметьте, на солнце никто не сидит. Мы тоже сидим
на лавочке. Там лавочка занята вся. У людей сиеста. И у нас тоже. Сейчас пойдем кушать. Самые знаменитые песни. Заехали на смотровую площадку. Здесь вот, можно так сказать, Америка. Там много зданий. Американская. Аэропорт. Аэродром. И также знаменитая церковь. Здесь вот такая площадочка туристическая. Можно приехать и посмотреть. Todavía quedan rezos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja como el promesa de llenar el breque de que es un vacío en que no hay que estar. Todavía yo no sé si volverá. В провинции какой-то кактусовый рай просто. Тут сплошные кактусы. Тут даже заборы у людей из кактусов. Карибы. Дикие карибы. Без пляжей, без туристов. Одни кактусы, козочки и мы. Есть серпантины. И здесь они. Эта дорога построена в 60-х годах и называется Ла Фарола, что значит фонарь. И вот наш отель в Баракоа. Мы опять вернулись к Атлантическому океану. А это вид из нашего номера, да. Будем отдыхать, релаксировать после долгой дороги. Слушать шум океана. Если в нашем отеле долго-долго идти по всяким лесенкам, то попадаешь на берег моря. На берегу моря обнаружен крест. Крест – это копия того креста, который поставил здесь Христофор Колумб. Христофор, мы его называем. 10 декабря 1492 года. Вот именно сюда-то он и высадился. Но пляжа пока мы не нашли. Будем искать дальше. Если еще долго-долго идти по лесенкам, то мы попадаем на наш пляж. С мусором, правда. Но тут был шторм, который мы застали в Вородеро. Жалко, поздно уже, солнышко ушло. Цвет моря не такой, какой хотелось бы, но это завтра еще. Посмотрим, мы здесь 2 дня живем. Правда, экскурсии? Ну, посмотрим, может, успеем. Вот такой пляжик интересный. Все, меня намочило. Но мусора тут вынесло. Если бы мы были на необитаемом острове, мы бы тут выжили. Что только нет, и бутылочки, и тапочки. Все есть. Пойдем искупаемся в бассейне тогда. Вот он у нас какой здесь. Пока не закрыли, пока не стемнело, будем купаться. Нет, что еще делать на курорте? Конечно же, вот так. А это вид и звук с балкона. Ну все, спокойной ночи.